В Ивановской области подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эпидпорог превышен почти на 50%. Продолжает распространяться в регионе и вирус свиного гриппа. На данный момент этот диагноз подтвержден у 26 жителей Ивановской области. Среди заболевших 8 детей. К сожалению, имеются неблагоприятные последствия от данного заболевания. То есть в области зарегистрировано 2 летальных исхода. Это у взрослых лиц. Это Палехский район и город Шуя. Значит, установлено, что данные заболевшие не были привиты против гриппа в сезон, когда мы прививали осенью, и имело место позднее обращение за медицинской помощью.